дворец Потоцкого, и там, значит, есть арка такая. Угу. Вот многие фильмы, в том числе вот «Мы из джаза», знаменитый фильм, такой в Одессе снимался, очень интересный фильм. Там еще Игорь Скляр молодой играл в этом фильме. И вот эта арка, она там фигурирует, там в начале фильма. А, значит, потом был фильм вот «Три дня в Одессе», по-моему, современный уже. Там тоже преступника догоняют. Вот всякие там документалисты, вот люди, которые кино снимают, они очень любили вот это место. Вот. Ну а сейчас, когда вот вы смотрите, допустим, с Софиевской, море не видно. Вот раньше было видно море, идешь, и вот такой вот интересный пейзаж. Многие художники нарисовали картины по этому поводу. Угу. Идешь улицей, арка, и там видно море. Сейчас уже море не видно. Видно, как железные бочки. Угу.